Павловский дворцово-парковый ансамбль под Ленинградом – один из выдающихся памятников мирового искусства. Его создание связано с именами таких талантливых архитекторов конца 18 и начала 19 веков, как Камерон, Кваренги, Воронихин, Росси. Нынче Павловску исполнилось 200 лет. В годы войны фашистские варвары почти дотла изничтожили одну из сокровищниц русской национальной культуры. Но благодаря самоотверженному труду строителей, опытных мастеров-реставраторов и садоводов, художественный ансамбль Павловска возродился из пепла помолодевшим, обновленным и по-прежнему чарующим. Каждый год более 700 тысяч экскурсантов приходят сюда на встречу с прекрасным.